Привет, мы продолжаем прохождение Саботор. В прошлой серии мы с вами достали винчик, шампусик. И добыли медицинку для нашего... Слишком много. Другана. Я бы сказал, слишком мало. Как насчет позавтракать? Потом позавтракаем, Шон, у нас... Нас ждет этот, Сантос. У нас потихоньку открывается доступ к черному рынку. Благодаря нему мы сможем нехило так закупаться. И это, кстати, большой плюсыч, поэтому давайте не тянуть кота за хвост и уже начнем. О чем ты хотел со мной поговорить? Вижу, ты занятой человек, ирландец. Не то слово. Я могу послать тебе вещи, которые понадобятся, чтобы вести дела. Да, что, например? Все, что тебе нужно. Оружие, боеприпасы, взрывчатка. Благодарю. Я поставляю такие штуки таким, как ты. Тайно и по разумной цене. Поверь мне. Так. Не думаю, что тебе нужен отдельный чек. Боюсь, что нет. И как ты хочешь, чтобы я за всю твою фигню расплатился? Конечно же, контрабанда. Прекрасно. У немцев самое лучшее оружие. Установки нацистов есть по всему городу. Тебе нужна серьезная огневая мощь, чтобы уничтожить их. Взрывчатка, например. Согласен. Мои дельцы возьмут все, что ты сможешь оттуда вытащить. Немецкие офицеры еще один источник контрабанды. Конечно, для начала тебе нужно будет их всех убить. У моих дельцов ты можешь выменять контрабанду на оружие, боеприпасы и даже на машины. У меня люди по всему городу работают без перерыва и выходных. Дай угадаю, чтобы вступить в ваш кружок по интересам, мне надо заплатить. Ну да, совсем чуть-чуть, чтобы покрыть мои расходы. Ты ухуел? Считай это инвестицией в твое будущее. Мой друг Пьер подкинет тебе пару-тройку вещиц для начала. И абсолютно бесплатно. А вот это уже другой разговор. Так, давай поговорим. Черный рынок, добро пожаловать. Золотые могут быть получены бесплатно. На черном рынке обменять на оружие, боеприпасы и модернизацию. Со временем на черном рынке новое оружие и модернизации. Давай, 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 давай. Так, модернизация здесь что-то... Ага. Ну я понял. Спасибо. Саботируйте башню. Да без проблем. Сейчас саботируем. Тут как раз есть замечательная труба. Которая мне... Которая мне прекрасно поможет. Устанавливаем бомблейз. Плент установили и бежим. Провокация. Давайте посмотрим. Замечательный взрыв. Так, угу, убейте генерале. Так, чё там у вас? Текс. Берем и жмем. Уничтожьте броневик. Благодарю. Текс, 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 текс. Как бы мне по красоте бы это исполнить-то? Надо аккуратненько перебраться, и это я сделал. Так, тихо, 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 так, 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 так. Делаем жмых. И даем на ногу. А меня здесь не било, не било, не било, не било. Вот и все. Прям абсолютно без каких-либо проблем мы это сделали. Привет. Неплохо, ирландец. А то. Мне кажется, это начало очень многообещающей дружбы. Согласен. Теперь можешь иметь свободно дела с любым торговцем с черного рынка. Крайне благодарен, спасибо. Свободные цели, я понял, спасибо. И вот, как раз таки про вот эти цели я вам и говорил. Если есть желание, то мы можем.
выделять по несколько серий, точнее выделить в априори несколько серий на свободные цели. Поэтому, если есть желание понаблюдать за всем этим, обязательно оставляйте свои комментарии. А мы пока что продолжаем. Что случилось, Сантос? К шампанскому нужна икра? Она уже у меня лезет из ушей. Никому больше не нужна эта фигня. На кой сдались рыбьи яйца, когда у людей можно ребра пересчитать, как у голодных собак? Выпивка, сигареты, морфий — вот где крутятся деньги. Ты ухуел со своим морфием? Слава богу, мы здесь, чтобы извлекать пользу из чужих бед. Согласен. Мы не можем быть все крестьянами. Тем более сейчас война. К примеру, возьмем моего старого друга генерала Люца. Его бы сразу заметили в Париже на такой машине. Ага. На прошлой неделе я предложил ему итальянский лимузин. И знаешь, что он мне ответил? Не знаю, пошел в задницу. Ха-ха, верно. Он сказал, что купил лимузин у одного из моих соперников. Ага. Ох, печально. Да уж, но не так печально, как лицо генерала Люца, когда он узнает, что его замечательную тачку сперли замечательным образом. Хм, тебя похитили злобные ирландцы, верно? Именно. Воображаю счастье генерала, когда ты продашь ему его же тачку за двойную цену. А ты шаришь, ирландец. А то. Как будто ты уже делал это прежде. И что мне за это будет? Ты же любишь машины, да? Ну да. Можно сказать, что я вращаюсь в бизнесе подержанных машин. Сделай это для меня, и мои особые гаражи по всему городу будут открыты для тебя. О, давай. Хорошо, договорились. Ок, по рукам. Так, ну, во-первых, мне нужна машина. Говно на палке. Ты охуел? Ты чё женщину бьёшь? Козлина ты этакая. Всё в порядке, я с ним разобрался. Можете спокойно продолжать своё движение, куда вы бы там ни шли. А мы берём машинку Ренуар и едем далее. Ну, всё вот так вот просто. Вот ведь козлина, а? Представляешь, да? Вот просто... Должно быть где-то здесь. Вот просто взял и ни за что ударил женщину. Ну как такое я оставлю без внимания, а? Ну, но как? Да как? Да никак в том-то и дело, что просто берешь и хлопаешь этого товарища, тыришь его шмот и радуешься жизни. Мать. Так. Тут-то меня хоть никто не спалит, топчик. Теперь здесь быстренько, аккуратненько по стелсу залазим. И не паримся. Не, ну согласись, но нельзя такое прощать. Берет мужлан и просто женщине втаскивает. Скотина. Тупая, а? Блин, крыша здесь, конечно... Тот еще ад. Так, стопы. Здесь какой-то символ, походу. Ну-ка, открывай. Есть что? Алло. Че пусто-то? Угу. Вот и машинка. Красотка редкостная. Посмотрим, смогу ли я доставить ее Сантосу непоцарапанной. Нет, мы этого не сделаем. Извини, Шони. Шон, сорянчики. Так. Угу. Как бы не так. Ты куда собрался? Ты чем мусор? Ну-ка, тихо. Тихо. Ух ты, ёпты. Вот опять. Быстро в тачку и на ногу. Тук-тук, ё-моё. До свидания, котята. Меня здесь даже и не было. Поспорим? Эч. Да этот кусок говна... Ух ты, ё, а я заеду, нет? Да ладно! Да ну нафиг, серьезно! По лестнице проехал, нормально, отлично. Так. А, все, да. Ну тогда разворот. Загони машину в гараж. А ты... Ой. Сорянти, не хотел.
Я исключительно это сделал случайно. Простите, чики. Вот и прекрасно. А что будет, если я с тачки выйду? Мне просто очень хочется вот это сделать так. Провалю миссию? Нет. Назад в машину. Подождет мужчина. Прочь с дороги. Теперь садимся в тачку и даем на ногу. Правильно? Правильно. Ой. Неприятный сюрприз. Взорвите 3 машины врагов. Доступна новая функциональность Динамита. Прекрасно. А я ничего не знаю, а я ничего не видел, а я еду просто себе. Ой, мадам, простите, чики, я случайно. Мадам, да... Не пробовал смотреть в обе стороны. Мадам, ну что же вы не смотрите? Вы разве не слышите, что за вами едет мужчина? Ладно. Ладно. Ну, с кем не бывает. Ну, подумаешь, ну, задавил пару женщин. Но одну-то я спас. От врага. Даже его раздел. Надо бы, кстати, вот это тоже бы это... А я могу это бомкнуть, кстати, сейчас прям? Давайте попробуем. В смысле провокация. Чё такое? Чё с тобой? Да ладно тебе, чувак, ну чё? Чё такое? Ты что ли? О! Прикинь, поцика задавили. Ха-ха! Ну ты, чувак, и лошара. Мы знакомы? Да нет. А быстрее шел. Спасибо. Садись, поехали. В смысле провокации? Ой. Гудман. Извинички, я как бы да. А, ну нормально, жопой зацепил. В принципе, не страшно. Сантос, машина немножко потрепана, но я думаю, ты справишься с ней. Выйди, пожалуйста, из машины. Шон, спасибо. Слышал, генерал Люц ищет новую тачку. Ты уже делал это раньше, ведь так, ирландец? А то. Я угонял машины. О, не смеши мои тапочки, понятно. Но если тебе понадобится гараж, можешь использовать один из моих. Спасибо. Мои профессионалы могут предоставить вам все виды качественных услуг. Да? Да, что, например? Кузовные работы, модернизация, парковка, все, что пожелаете. Спасибо. Будем рады оказать тебе весь спектр услуг. За определенную цену, естественно. Великолепно. Ну ты задница. Лавелет. Бонус неприятный сюрприз. Замечательно. Так, у нас новое задание где-то здесь. Ну пойдем. А, это Лю, это люковское задание, скорее всего. Ну пойдем, пойдем, пойдем. Что нам Люк скажет? А, кстати, вот же, для Люка мы... Точно, мы же для вот этого писателя добывали этот самый... Я сотру эту старую... Медицину. Скажи мне, Шон, какой он вкус твоей первой мести? Сладкий. Лучше, чем виски. Хотя нет. Как насчет парочку новых собутыльников? Ты о ком? Немцы держат неподалеку пленных. Ветеранов иностранного легиона. Опасные ребята. Угу. Их лидер некто Краше. Завоюем его доверие, остальные последуют за нами. Хочешь, чтобы я организовал им побег, а ты смог бы их взять под свое крылышко? Это будет проблемой. Я привык выбираться оттуда. Пробраться туда будет расплюнуть. Ну, акт первый, свобода или смерть. Ну, пойдем. Пойдем освободим, короче, ребята из плена, потому что, ну,
Раз он говорит, что это иностранный легион, то... они, видимо, мощные ребята. Ну, хорошо. Так. У нас открылся гараж. А раз у нас открылся... гараж, значит, у нас есть машина. Давай посмотрим. Так, товарищ, что у тебя есть за машина? Да, спасибо. Давай. А. Ну, ладно. Ну, хотя бы такой драндулет. Да. Нам определенно надо будет заняться нашим автопарком. Можно выделить серию про автопарк, и можно выделить серию про бомбежечку. Все как всегда, оставляйте в комментариях, если есть желание это все лицезреть, так сказать. А пока что мы едем спасать. А музычка так-то клевая играет. Откуда здесь вообще музыка взялась, кстати? Я что-то не помню. Она здесь должна быть или нет? Ага, мы, кстати, тем временем вошли в черно-белую зону. Та-ра-та-та-та-ра-там. Давай, музон, зажигай. Блин, прикольная у тех времен музыка, а? Вот чё машины, чё музыка тех времен, это прям вообще шикарная. Мадам, я тут еду, извините. И да, мы прибыли. Ну как, да. Пленников хорошо охраняют. Возможно, лучше всего будет подойти тихо. Так. Мне надо как-то с вот этими ребятами разобраться, правильно? Правильно. А мы... Так, у нас новый этот. Ага, внезапность удара. Хорошо. Маскируемся. Достаем там бомблейс. Ну, конечно же, устанавливаем бомблейс. И текаем. Бум! А пока ребята занимаются, я пойду проникну на запретную территорию. И что сделаем? Правильно, бомбанем еще. Бум. Ой, а что случилось? Ай-яй-яй. Кажись, вышка взорвалась. Ты еще кто, черт возьми? Я ваш билет нас. Да ты жопа. Морду стяни. Да я меткий стрелок, я знаю. Ничего на свете лучше нету, чем автоматика. Топчик. Тихо, тихо, тихо. Да ты умри тоже. Тихо. Все, до свидания. Так, 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 так. Тихо, 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 тихо. ХП нету, ХП нету, ХП нету. Ой. Кажется, меня пристрелили. Ну ладно. Первый блин комом. Позицию неудачную выбрал. Ну хотя бы взрывать больше ничего не надо. Фюрер приветствует всех граждан второго класса в Рейхе. Просьба зарегистрироваться в ближайшей политической конторе. Ага. Благодарю за маскировку. Та-ра-та-та-ра-та. Пшел нах.
Goodbye. Ребята, на волю. Я сказал на волю. Ага. Да ладно тебе бегать. Да, короче. Проще вас всех перестрелять, жопошников. А, кстати, да. Умри. А, вот кто меня еще стелил. Топчик. Топчик. Умри. Молодец. Так, мужики, на волю, помогайте. Давай быстрее. Что это за фигня? Прорыв, шевелитесь. Я никуда не пойду без своих людей. Дай людей твоих спасем. Вы главное хелпуйте мне. Так, это свои. Так, мужики, на выход. Чё? Я что-то плохое сказал? Назад. Вперед. Слушай, откисни, пожалуйста. Спасибо. Ну-ка, брысь отсюда. Давайте, грузите свои задницы. Валим. Мы еще встретимся, ирландец. Ну да. Вот и все. Вот так вот аккуратненько просто выполнено задание. Прям вообще без проблем. Так. Мне надо раз, два. Два, два, три. Три надо подрыва сделать. Что сделаем? Мне надо еще быстрее второй установить. Да насрать вообще. Вот вам бабах, короче. А я на ногу даю. Ой, бум. Выключай. Вот и все. Тупо без базара. Так, 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 так. Дай быстрее. Ну, просто денежка нужна, как бы, ну... Ничего личного. Всего лишь бабос нужен. Что там поднять было? А, пистолет Крюгер. Крюгер мне не нужен. Пистолет Крюгер. Это вроде как Люгер. Ну, скорее всего, авторские права, все дела. Ну, как обычно, в общем. Ой. Кажись, я сломал говорилку. Ах, ну ладно. Так, кстати, насчет автопарка. Предлагаю заняться им по пути. Надо найти где-нибудь неправильно запаркованный транспортный средств. И забрать этот транспортный средств. Ой. Ой. Кажись, у вас этот поломался. Громкоговоритель. Извинички не хотел. И кого я обманываю? Естественно, я хотел. Хе-хе-хе-хе-хе. Нормально. Так, мы вернулись в цветовую зону. Замечательно. Так, где у нас здесь есть неправильно припаркованные машины? Опа, кстати. Стопэ. А почему, собственно, и нет? Зачем тратить на эти громкоговорители сорянчики бомбы, когда можно их вот так вот сбить? Я тоже не знаю зачем, поэтому их просто будем сбивать. Опа, вот и первый автомобиль. Транспортный средств криво запаркованный. Вот его, пожалуй, мы и приберем к рукам.
Мужик, извиняй. Кстати, ведь за собранные тачки тоже дают бонусы, поэтому надо тоже бонусы. Точнее, эти собирать, машины. Чтобы получать бонусы. А вот и первая из них. Топочка. Да, наконец-то новая машина. Да, да, да. Да, 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 я тебя понялся. Так, стоп, а у нас наверху есть, кстати, что-нибудь? Пойдем посмотрим. Может, что-нибудь надыбаем. Может, здесь есть ящики с припасами. Или там... Да, есть, смотри. В натуре есть. Так. Что тут у нас? Боеприпасы, винтовка. Ну да. Не особо-то мне и нужны такие боеприпасы. В принципе, припасы. Мне бы припасы, в которых есть взрывчатка. Это было бы куда интереснее. Но, увы, таких припасов здесь нет. Видимо, придется искать. Ну, и либо к Сантосу идти закупать. Ну, точнее, не к Сантосу, а это... На пистолет. Ладно, пока не будем ничего закупать. Пока посмотрим, что нас дальше ждет. Может быть, сейчас закупим. Скажу Льюису, что все сделано. Льюису? Люк. Отлично сработано, друг мой. Сопротивление набирает силу с каждым днем. Прекрасно. Наши патриоты полны желания сражаться и готовы дать отпор нацистам. Спасибо. Да здравствует Франция. Вивля Франс. Но когда в нас полетят пули, нужно будет что-то посильнее слоганов. Наши люди готовы сражаться по вашей команде. С сегодняшнего дня они придут по первому твоему зову. Подмога. Так, допчики я оставлю на тоже на потом, если вы что, естественно, Люка оставляйте в жизни. Комментарии. Он в долгу перед вами. Насчет нет, допчиков. Это горожане в долгу у Люка. Так, сопротивление зашло на F3. Похоже, ты им сильно восхищен. Ага, понятно. Он выдающийся человек. Его имя известно всему Парижу. Люди называют его героем Лавелет. Люк герой, а я его водитель. Ревнуешь? Балакс. Я обещала Люку доставить его посылку. Будешь на денек моим шофером? Хочешь прокатиться со мной? Высади здесь. Отлично. Встретимся у входа, когда будешь готов. Конечно. Ну, пойдем, Вероника. Что-то, кстати, меня это немного... И где же этот пакет? Я все уберу. Нам понадобится машина. Причем резвая. Ладно, придется ехать на этом драндулете, либо где-то по дороге найти машину адекватную. Поехали. Вероника! Спасибо за поездку. И от Люка тоже. А кто такой Люк? Он настолько известен? До войны Люк был одним из самых популярных писателей во Франции. Ничего страшного, не такой уж сильный был удар. Нацисты запретили его книги. Сожгли их и конфисковали всю собственность. Люк остался ни с чем. Ага, голодранец. Он их ненавидит за это. Люком движет не ненависть, он сражается потому, что любит эту страну. А чё, других-то тарантасов нету, что ли, пошустрее? Ёлки. А, нет, есть. Вот этот тарантас будет гораздо быстрее, кстати. Ух, я уж думал, ты не выйдешь. Вот эта машинка, кстати, поинтереснее. Пегас. Она немножечко пошустрее будет, если я правильно помню. Ну ладно. Это недолго. Давай, давай. Подождите Веронику. Хорошо, ждем Веронику. Ждем. Ждем. Подберите Веронику. Подобрали Веронику. Все готово? Да, благодарю. Теперь нужно просто осуществить доставку. И почему ты нас так долго не звала? В смысле, я рад, что ты сделал это, просто мы вот так уже 100 лет не общались. Я давно никуда не выбиралась, с тех пор, как это случилось с Джулсом. Это я понимаю. О,
Не похоже на то, что ты сдашь матч? Девочки в Бель сказали мне, что ты любишь их спаивать. Ты имеешь в виду, перепиваешь? Правда? Я так рада, что ты появился вовремя, чтобы помочь мне. Обещаю, ты не пожалеешь. Ну да, ну да. По-любому буду жалеть об этом. Ну ладно. Выбора-то не особо-то и есть. Мы на месте. Высади меня здесь. Ты уверена, что это здесь? Там должно быть повсюду нацисты. Это займет минуту. Давай, давай. Guten Tag, Fräulein. Что у тебя такое? Только сыр и вино для полковника Штрауба. Штрауб ist der lucky one, ja? Вперед. Вы слишком добры. Ну да. Я бы сказал, вы слишком тупы. Потому что... Просто потому что. Даже не обыскали посылку. Да, искусственный интеллект здесь, конечно. Али, скорее гони! Что происходит? Вот дьявол! Проклятие. Понимаю. Они идут. Почему ты не сказал мне, что установишь бомбу? Ты что, рехнулся? Я знала, что ты захочешь остановить. Верно, черт возьми. Это не твоя война. Ошибаешься. После убийства моего брата это стало и моей войной. Это не твоя война. Похоже, ты нас обоих сделал добровольцами. Ой, хорошо, кстати, повернул сейчас. Вот и все. О, кстати, вот эта тачка еще шустрее. Давайте ее заберем лучше первым. Первым делом. На машине нужны. Доставьте Веронику в лаверет. Поехали. И она и звучит-то прям так. Это отличная машина будет, я считаю. Правда, двухместная. Та четырехместная, по-моему, или тоже двухместная. Ну ладно, я говорю, автопарком этого мы уже будем заниматься прям таки отдельно, но вот эту просто машинку я просто заранее заберу и все. Потому что так оно нам надо. Правильно? Правильно. Только стопы. Ну-ка давай, 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 давай. Мы тут уже без происшествий просто доедем, поэтому... Просто да. Аккуратно, не спеша, тихо шифером шурша. Крыша едет не спеша. Шон, куда ты собрался? Потом. Сначала нужно позаботиться о Люке. Машину сядь. Машину запаркуй. Нашел, где такую красотку оставлять. Кстати, машинку я вот заприметил перед тем, как заехать в Лавелет. Вот эту машинку заприметил. И да, она четырехместная. И да, я ее прям сейчас заберу. Неплохая деревушка у вас тут. Потому что почему? Правильно. У нас должны быть любые машины на любой вкус. Скажем так, для любого события. Ну, тем более это занимает, ну, там буквально минуту. Взят новый автомобиль. Вот и все. Я же новый... Это, ну, дело секундное. Пойдем втащим Люку за то, что он подзапрек эту мадемуазель выполнять грязное дело. Ну что, месье, вам жо. Готовьте вашу жо. Что с тобой? Теперь девчонки за тебя делают грязную работу? Я никого не использую. Те, кто служат нашему делу, делают это из патриотизма. Ненавижу это слово. Всю жизнь я слышал его от людей, чьи руки по локоть в крови. Это не игра, кретин. Мы не носим форму и не играем по правилам. Поэтому каждый из нас должен быть готов сделать то, что нужно сделать. Я потерял ее уже, брат. И будь я проклят, если потеряю еще Веронику. Она в этом не участвует. Ты сказал, что Джулс поступал, как считал нужным. Я тоже. Даже не пытайся указывать мне, что делать. Полегче. Посчитай своих врагов, Люк. Если с ней что-то случится, их станет на одного больше. Ты понял меня, Люк? Миссия завершена.
Прекрасно, у нас целая тысяча, 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 есть тысяча, целая тысяча, 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 и это замечательно. В общем, подытоживаем, мы, в принципе, неплохо так наделали делов. Чувак, уйди, пожалуйста, пока я тебе морду не набил. Спасибо. Так вот, у нас появились допчики, а также у нас новые цели. Свободные игры есть, так сказать. Можно, мы, естественно, я могу выделить пару серий и под то, и под то, и под автопарк, поэтому оставляйте свои комментарии. Ну и увидимся в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, не забывайте подписываться, ставить лайк, оставлять свои комментарии, нажимать на колокольчик, выбирать все уведомления. Ну и до новых встреч в Саботёре и не только. Пока-пока!